Привет ко всем, дорогие друзья. Значит, таким 3:50 ночи игровых, естественно, соответственно. Я всю ночь пилил дерево. Это было долго и сложно. Сделал я вот такую лампу, в нее ложится 4 металла и сколько-то там дерева, совсем чуть-чуть. Вот эта лампа вообще делается из 4 металла, да, по-моему, всего лишь. Вот, ну, конечно, мы сейчас тут не видим. Если мы спиной повернемся, спиной видно, да? 4 металла, да, она стоит, а это 1 металл и 4 доски. Ну, то есть очень дешевый крафт. Получается, вот здесь вот я так все поставил, почти что перфекционизм. Атмосфера вообще классная, прям прикольно. Можно, в принципе, использовать это наше здание и как склад, и как все-все-все-все-все. А вот здесь все-таки поставить грядки, я думаю. Мы поставим грядки, потихонечку будем их поливать, потихонечку будем смотреть за курочками, за всеми-всеми-всеми, и будем получать с них мяско и денежку. Пушка там лежит как-то странно. Но она просто, наверное, спит, да? Сейчас ночью-то, наверное, не увидеть, кто дохлый, а кто нет. Хотя, скорее всего, они будут на боку. Так, мы, наверное, с вами поедем... Опа, поросятки! Поросятки, ля, тварь лежит титькастая. Поросятки. Куда, дурак, куда ты? Блин, он хочет убежать. Он хочет убегашки. Иди, маленький. Ля, какой дуяк. Ля. Вы посмотрите на вот эту свинку, на маленькую, как он идет. И вот на эту вот хабазину, которая спит, папа вот это вот. И мама вот это вот спит, смотри, титькой кверху. Это вообще жест. Ребятки, не забывайте обязательно поставить лайк под это видео. Написать свой комментарий какой-нибудь, да? Обязательно. Желательно подлиннее. И подписаться с колокольчиком, потому что видео каждый день. Одно видео в день у нас выходит здесь стабильно и будет выходить. Вот. Мы сейчас идем с вами, сохраняемся, спим. И будем думать, чем нам заняться дальше. Мы спим. Наверное, мы сейчас с вами сразу же собираем весь сыр, потому что у нас сыра много должно быть, да? Мы сейчас берем вот так вот, заходим. Открываем. Ага, у нас всего лишь... Ну, 3 сыра, да, у нас готово, грубо говоря. Ну, забираем сыр тогда. Едем, продаем. И закупаем, наверное... Что нам нужно, чтобы построить грядки? Мне кажется, наверное, только дерево, да? Блин, тут прикольно тем, то, что не кушает электричество, да, никакое. Я не знаю, лампа какая-то... Какой-то срок имеет в жизни. Она как-то истекает, не истекает там. Вот... объясни мне в комментариях, если знаешь. Пожалуйста, спасибо. Так, у нас сейчас должны проснуться коровки, нам их нужно сразу подоить, потому что это дело упускать нельзя. Коровок нужно доить всегда стабильно. Вот давайте сделаем вот так. Мы прям вот так вот хитро сделали, через забор прям прыгнули. Поедем сейчас в магазин. Продадим сырок. Посмотрим, что у нас по деньгам выйдет. И надо посмотреть, из чего крафтятся грядки. Может, мы сейчас с вами закупим автополивалку? Вот это все дело. Я помню, что есть в игре автополивалка. Вот. Еще, кстати, есть зернохранилище. Я посмотрел, оно делается из цемента и чего-то там еще. Оно, блин, бодануть меня хочет. Поганка такая. Вот, есть зернохранилище. Зернохранилище делает следующее. Зернохранилище само... раскидывает им в кормушки еду. Есть водохранилище, которое само воду раскидывает. Ну, то есть, когда уже слишком много у тебя забот, чтобы об этом не думать, о всяких коровках, курочках, то ты просто берешь и получается, ставишь зернохранилище и водохранилище, и все. Так, хорьков мы пока резать не будем, у них всего лишь 2 поросенка. Вот они их выгуливают, смотрите, мама... Мама с дочкой ходит, папа с сыном. Вот. Значит, таким. Мы сейчас ставим с вами вот эту тему. Я думаю, нам нужно... Стоит закупить плесени. И еще нужно покупать коров. Потому что у нас плесень все. Плесень вся. Начать готовить. Тут закрываем. Сейчас поедем, значит, в магазин. Посмотрим... Что у нас сыра получится? Там что-то в районе 300 должно получиться.
Если немного мы купим, не купим, не знаю. $92 он всего лишь. Ну, поглядим, короче, что получится. Может, еще где-то съездим, постреляем. Поохотимся немножко. Вижу, что заканчивается опять хавка у курочек у нас. Блин, меня это на самом деле напрягает немного. Вот эта постоянная закупка еды. Ладно, закупка, но нам бы какую-то реально автокормушку вот эту бы поставить. Было бы еще супер. Но тогда придется для куриц сделать кормушки и поилки. А это уже для них нужно делать, получается, большую эту штуку, да, где они будут содержаться. Вот. Как-то так. Ну, в общем-то, что, продаем сыр. Продаем сыр. Смотрим, что еще можем закупить. Но плесень 100% надо. Прямо сейчас нужно ее купить. Так, продаем, значит, таким. Продаем вот это. Это у нас 585 даже получается. Это очень много. Мы бы могли купить еще одну коровку. На самом деле, чем больше коров, тем больше производства сыра и вот этого всего. Это нам надо обязательно будет. Так, мы сейчас закупаем плесень. Раз, плесень два. А на три плесени не хватает. 690 нет, не хватает. Покупаем две. Покупаем две плесени, больше ничего пока брать не будем. Нет, больше нам ничего не надо. Так, мы сейчас, наверное, съездим с вами постреляем. Съездим, постреляем. Значит, таким. Так, а нам больше плесени и не надо, потому что у нас всего лишь две коровы, в принципе. Много-то молока все равно не получается. В конце дня, если приедем, дай бог, подоить, и чтобы они что-то дали нам. Ребята, планы меняются. Я нашел бабушку. Я ее нашел сам. Это какая-то не бабушка, а женщина. Она вот живет на повороте от строительного магазина. Далеко она живет от нас, если честно. Завтрак. Не мог ли ты принести мне яиц и свинины для моего завтрака? Принять. 6 яиц и 2 свинины. Уборка. Принять. Уборка. Давайте уборкой займемся, у бабульки, слушайте. Ну, сейчас срубим немножко баблишко. Что, оно лишнее, что ли? Это же изи вообще, это быстро все дело делается. Прибрался я, дорогие друзья, там сломал вот эту фигню, там внутри весь мусор разгреб, да. Идем до бабулечки обратно. Смотрим, что она нам скажет. Что она нам скажет, что она нам за это даст, конечно же. Нам дает 300 бочей, это немало. Надоедливые лисы. Эти чертовые лисы убили моих куриц, я уверена, они еще рядом. Не мог ли бы ты разобраться с ними? Конечно, разберемся. Две лисы нужно хлопнуть, я вижу уже одну. Сразу же мы идем к ней. Я, наверное, даже не буду стрелять с ружья, я стрельну с ревика. Не должно много тратиться, да? Патронов. Раз, два. Хорошо. Вот и все. Вот и все. Зачем? А, ну хотя с ружья и с ревика один и тот же патрон, в принципе, тратится. Так что нормально. Я не знаю, надо ей мясо нести, нет? Скорее всего, просто убить надо. Мы сейчас сделаем как? Мы сейчас сделаем вот так вот. Вот так вот. Загребаем все мясо, идем и издаем квест. Так, подходим к бабульке-красотульке. Дает она на $200, теперь нам нужно 2 свинины и 6 яиц. Ну, я так понимаю, сырая свинина. Так, едем тогда домой, наверное, попробуем поросю одну убить. Или пока что не будем. Или убьем. Или пока что не будем, или убьем. Но они просто могут еще нарожать, как бы. Хз, стоит их убивать, не стоит сейчас. Может быть, этот квест повисит, все равно больше квестовиков никаких нет. Не, наверное, пока не будем убивать. Поездим пока поохотимся, постреляем лучше. Вот. Зарабатываем еще чуть-чуть денежку, какую-то копеечку, да, лишнюю. Копеечка лишней не будет никогда. Господи, меня как всегда переворачивает. В общем, сейчас найдем какую-нибудь дичь. И мы с вами продолжим. Так. Видим оленяточку. И оленяточку в головочку надо, да? Оленяточка что-то с нами не хочет сегодня дружить. Слушайте. Попал, я надеюсь. Так, 4 патрона у нас есть. Хорошо. Забираем это. Идем, собираем оленятку. И да, у нас 3 кусочка. Получается, мы попали в голову. Нам бы денег бы, знаете, сколько сформить? 657, чтобы нам хватило на всякие автополивалки,
на что-то минимальное посадить. Но я думаю, семена недорого стоят. Я просто не замечал, сколько они стоят в магазине. Вот. И энто нужно сделать в этой серии. Нам сегодня обязательно нужно сделать грядки, все засадить. И всем этим делом позаниматься успеть. Вот, едем искать еще мяско. Едем искать мяско еще. Блин, теперь у меня этот значок бабульки. И мне так хочется прям поехать на него. Он такой яркий, круглый. Прям манит, короче. Так, едем искать еще мяско. В сторону ранчо я, наверное, зря поехал. Поехали в сторону заправки сгоняем. Господи, вот это вот я карту открываю. Короче, ты открываешь карту, нажимая на газулю. И у тебя машина не тормозит, она едет все время, бесконечно. В общем-то, как найду бегающее мясо, я продолжу обязательно. Так, я нашел бегающее мясо. Так. Где оно? Ох, целых 3 штуки, привет. Реально? Это все правда? Это мне все не кажется. Может быть, в жопку ему выстрелить? Хотя, лучше... Лучше стрелять прям конкретно в голову. Так, берем контейнер. Берем мы, наверное, вот такой вот контейнер поновее. Так, ладно. Если ты убежал? Я что, тебя не убил? Погодите, а где мертвый? А вот он, братишка, лежит. Отдыхает. Сестричка, точнее. Братишка-то он с рогами идет, получается. А это... Это он с олениха. А вот братишка бегает, смотрите. Блин, ну как-то... Я не могу далеко выстрелить, потому что тут есть разброс пули. Ну то есть она может попасть не в голову. Вот чуть бы подальше он был, она могла сейчас улететь куда-то в задницу в какую-то. Кому-то в какую-то. Ну, точно не в оленячью. Так. А нам надо, чтобы в оленячью головёшку летела, так получается. И что из оленихи, что с оленя. Одинаковое количество мяса, да, получается? У нас 3 штучки. Ну, смотрите, вот сейчас такое расстояние. Блин, да я тут и не попаду, наверное, как-то. Так, хорошо. Снайпнули. И летим быстро собирать мясо. Так, мы сейчас занимаемся мясом, значит, таким. Значит, таким. Продаем все это дело. Смотрим, сколько с этого денег получится. Это у нас 3 контейнера. Постараемся их забить полностью. Опять же, сколько у нас еще патронов есть. Ну, патронов пока что, в принципе, хватает. Нормально все, да? Главное еще стрелять без промаха. В принципе, один выстрел, это 3 куска мяса, это уже прибыль какая. 7 до 12 у нас, да, есть. И еще 12 пока что пустое. Так, ну поехали. Да, поехали. Как найду еще, скажу вам и продолжим. Так, господа, я нашел медведя. Мне нравится в игре 3 пункта. Очень нравится. То, что не заканчивается топливо быстро. Растут заново деревья. Скорее всего, растут. Тут опасные медведи страшные, да? И еще мне нравится что? Растут заново деревья, медленно заканчивается топливо. И есть животные. То есть их и не сильно много, и не сильно мало. Ну типа, обилие животных есть, да, какое-то. И они спавнятся заново. Они не сидят на каждом углу, они не бегают, ну там, сильно открыто, да? По дороге ты увидишь оленятку бегущего. Можно увидеть и мишку, наверное, по дороге бегущего. Но это большая редкость. Вот, едем дальше. Едем, ищем еще мясо. Так, снова мы приехали на заправку. Что-то как-то сильно много я накатал. Теперь я, допустим, не могу, да, животных найти. Ну, чуть-чуть бы еще сделал бы разраб, чтобы побыстрее бы заканчивалось топливо. Это бы уже было слишком. А вот сейчас прям все в идеале. Прям вот ровненько, в тютельку он все сделал. И это вообще классно. Игра вообще стабильная, то бишь, получается. Нестабильная, как сказать. Ну, короче, всего в меру. Все в меру, все классно, все супер. Вот животных что-то я уже найти не могу. Наверное,
Сильно много я настрелял, хотя вроде мы и убили-то с вами кого-то. Или оленятки до одного медведя. Ну ищем дальше. Ищем, катаем. Так, я вижу волчка. Hello, волчок. Наверное, сейчас едем быстренько это все дело продаем, потому что уже вечереет. Надо еще успеть дома подоить коровку. Очень быстро едем, значит, продаем и едем домой. Блин, до скольки, интересно, магазин работает? Успеваю ли я? Так, есть ручник, но я сейчас ехал медленно, успел. Так, в итоге у нас получается не так много мяса. Мы продаем 180-150, и у нас в итоге 965 с вами денег. Денег у нас с вами 965. Мы, наверное, если мы купим какую-то свинью, придется ждать, пока она вырастет, да? Можно взять еще два хряка. Но нам придется сейчас оставить здесь все контейнера. Можно взять два хряка. Да, можно, а можно, в принципе, реально, можно вот это вот все дело закупить сейчас для фермерства, да? Клубника, тыква, капуста, ананас, виноград, да? Так, а давайте мы закупим 5 штучек виноградов. Удобрение, медицина купим. Пшеница, кукуруза, подсолнух. Да, можно сеять. Можно сеять на больших полях и как-то потом это все дело собирать. Нам нужен разбрызгиватель. Нам нужен компостер. Это уже 825 денег. Не знаю, как работает разбрызгиватель, откуда он берет воду. Может, типа, ниоткуда. Может, на какое-то ведро будет или бочку рядом ставить. Но бочки у нас, если что, есть. Так, походу, магазин закрывается. Я слышу, что-то там динькает она. Выгоняешь меня, что ли? Спасибо, я пошел. Спасибо, что дождались. Так, ну все, тогда сейчас это все домой скидываем. Скидываем, точнее, в багажник. Едем к дому. И там уже утром с вами, получается, продолжим. Посмотрим, что у нас получится с вами вырастить. Итак, господа. Значит, я что еще подумал? Я не купил курочкам покушать. Это беда. Это печалька. Надо это срочно сделать. Сейчас я быстро съезжу, куплю им покушать, вернусь, и мы с вами продолжим на этом моменте. Ах да, кстати, компостер. Компостер. Смотрите, как работает компостер. Нет, мне тебя не надо. Какахи. Просто берем какахи, кидываем в компостер. Кстати, тяжело увидеть на траве. Тут 18,4, у нас тут уже 0. Вот в том-то и суть, что нужно купить еды. У нас есть 140 денег, это классно. Это суперски. В общем-то, сейчас дособираю все какахи, если они еще где-то есть. Загоняю в магазин, и мы с вами продолжим. Просто я не хочу показывать всякие такие муторные моменты. Хочется прям достроить в этой серии теплицу до ума, довести и все посадить. Возможно, она получится чуть подлиннее. Но пока что 18 минуток. Пиши свой комментарий, не забывай. Лайк ставь обязательно. Без этого мы как бы с вами расти, конечно же, не будем, к сожалению. Вот. Сейчас гоняю и будем дальше обустраивать тепличку. Ну вот как вот тут вот можно пропускать время, когда вот что-нибудь да постоянно надо делать. Вот я вот, получается, сейчас сделал еще... Ну, подоил 2 коровы. У нас еще тут сыр приготовился. Короче, никак вот тут вот прям вот сильно не запаузуешься вот так вот надолго, то есть не остановишься, получается. Так, готовится у нас сырок. Этот мы весь на вынос. Пусть пока на полу полежит. Все равно плесневелый хуже ему уже не будет. Ну, плесневелый сыр ценится, да? Получается у нас очень сильно. Это самый дорогой продукт, получается, в этой игре. Ну, по сыру, если смотреть. Мы сейчас его продаем и покупаем море еды прям. Просто напихиваем нахрен целиком этот фургончик. В общем, получилось как-то так. 8 мешков. Дорогой дневник. Сегодня я впихнул невпихуемое, получается.
Можно было побольше, наверное, пихать, но надо тут какую-то шахматную эту иметь тактику, получается. Надо было просто побольше играть в Тетрис, наверное, в детстве, получается, и все. Вот. Едем, нагружаем всем все едой, значит, такие, всем везде еды добавляем много очень, кучу огромную, да, и продолжаем с вами делать, заканчиваем уже наконец-то делать нашу теплицу, да. Ну и чё ты думаешь? Вот, вот у меня вот нихера вот не осталось уже, по идее. У меня опять осталось всего лишь два корма. У меня осталось всего лишь два мешка корма. Было 8, осталось всего 2. Компостером надо пользоваться. Так вот мы делаем хитро. Вот так вот делаем. И вижу, там еще что-то есть, по-моему, черненькое. Черненькая маленькая, изюм какой-то, так. Ложим, ложим вот сюда, получается. Компостер, да? Залетаем к свиньям. Свинки у нас растут маленькие, да? Свинок у нас становится много. Ни хрена ты куда пошел, хряк? Давай не это, не убегай. Кстати, вот здесь я тупанул, у меня было 20. Я закинул один корм, он всего одну единицу добавил. Это я протупил, конечно. Так, вот у коров лепехи тут лежат. Готовые лепешки, получается. Коровок я уже подоил, а вечером я их подоить с вечера забыл. И у нас свинья, смотрите, что делает. Смотрите, куда она вышла. И у нас вот перерабатывается в удобрение, да, все. Смотрите, куда у меня хряк выскочил. Ни хрена, что еще был за звук? Серьезно, настолько такие толстые, что вы теперь только... В одну дверь проходите, да? Ой, точнее, в двойную только дверь. Да иди сюда, дурак. Господи, маленькие тоже уходят. Ну ты капец, их сейчас запарюсь ловить. Первое, что я бы тут хотел сделать. Первое. Это лампа. Обязательно. Чтобы у нас тут было как бы атмосферненько, уютненько. Красивенько, да? 4 металла. 4 металла, это вот это. У нас метальчик имеется с вами. Я не знаю, что нужно будет на грядке. Сейчас еще, возможно, придется ехать в магазин, докупать что-то, да? Нам семена я раскидал по полу, по земле, да? Как бы нам их не профукать с вами. Так, а смотрим по грядкам. Смотрим по грядкам. У нас есть большие, есть маленькие, да, грядки. Их всего лишь два вида. Я думаю, что вот здесь вот должны быть, наверное, вот так большие, да? По бокам грядочки. Так, подожди. Вот так. Раз грядка. И вот здесь два грядка, да? Так. Теперь нам нужны маленькие две грядочки. Они у нас вот так вписываться должны вообще в идеале, по сути. Тут даже, по-моему, место какое-то остается. Ну, то есть какой-то еще даже зазор будет. 2. И вот так вот 3. А можно было, наверное, большую и маленькую сделать, да? А мы, наверное, сейчас так и сделаем. Мы же еще не построили. Мы сейчас сделаем вот так и еще одну большую. И все. Все, и красиво. Можно даже ставить какой-то зазор, может туда воду поставим, типа. Может как-то сделать немного неровно. Хотя нет, не люблю неровности. Давайте сделаем ровно. Давайте сделаем вот так. Вот эту еще раз сейчас сломаем и поставим вообще прям тютелька в тютельку. Идеально все, чтобы было и красиво. Вот так вот. Все четко. Тут нужны только деревянные доски. Капец, сколько их надо. Это сейчас опять мне, наверное, сутки строить. В общем-то, сейчас доделаю и продолжу. Так, пилю я, значит, такой пилю. Пилю я и пилю. И кого я вижу? Прямо у нас пораньше бегает олень. Надо его срочно гасануть и мяско с него забрать. Лишним не будет, да? И, наверное, я думаю, мы с вами продолжим в следующей серии. Я сейчас это все дело дострою. И мы там уже начнем окучивать там, сажать и все остальное прочее. Потому что, я думаю, это не, ну, нифига не на одну минуту будет занятие. Поэтому я с вами прощаюсь. Мы с вами обязательно увидимся на следующем видике. Ставьте лайки, пишите комменты свои царские. Вот. Все ссылки в описании. ВК, ТГ, донат. Все-все в описании есть. Все, обнял, приподнял, подбросил. С вами тогда до следующей серии.